В Краснодаре выстроили стратегию борьбы с экстремизмом. Сегодня в мэрии прошло заседание, в котором приняли участие чиновники, священнослужители и общественные деятели. Они отметили, борьба с экстремизмом не имеет ничего общего с борьбой с инакомыслием. На повестке дня сразу несколько вопросов. Главное из них, что может стать объединяющей силой против приверженности крайним взглядам. Участники совещания сошлись во мнении, что ею является любовь к родному городу и преданность духовным заповедям. Настоящего патриота, человека с духовно-нравственными устоями, сбить с пути невозможно, уверены в комиссии.